Фонды музея-заповедника Пустозерский в Ненецком округе пополнились уникальной фотографией 1912 года. На фото запечатлены ученики первого класса на фоне первого здания школы села Великовисочная. Поражает и тот факт, что спустя 105 лет фотография находится в удивительно хорошем состоянии. На ней отчетливо можно разглядеть каждого ученика школы. Этот поистине уникальный подарок в дар музею достался от ветерана Великовисочной школы Зои Шальковой. В школе она отработала 49 лет. Параллельно занималась историей своего родного края и даже стала основателем краеведческого музея в селе. И именно любовь к истории своего родного края и привела ее в дом односельчанки Раисы Смирновой. Собираю я материал по истории сказителей виски. Нашла уже достаточно много, но не было у меня фотографий. И пошла я по людям, потому что куда идти? Знаешь, что Раиса Семеновна Смирнова, ей уже 92 года, жила в Лабушском. Училась тоже в Бисочной школе. И пришла к ней рассказать о своих лабушских сказителях. А в разговоре оказалось, что у нее есть фотографии старые. И она приносит эту фотографию. И принесла не одну, а сразу две. Одну я себе забрала в свой музей, а вторую оставила здесь. До 1912 года собственного здания школы в селе Великовисочное не было. Учебное заведение открыли в 1862 году как церковно-приходскую школу. В 1873 году она стала училищем. Притом два десятка лет оставалась единственным общественным училищем в Пустозерской волости. А вот школьников, по словам Зои Аркадьевны, до 1912 года учили там, где место было. А в 1912 году... решили построить свое собственное школьное здание. И вот это первое школьное здание в селе Великовисочном. 912 год. В этот год, значит, здесь открылся первый класс. Причем потому что со второго по третий были уже в Пустозерске, уезжали. В первый класс попал и мой отец. И он рассказывал, но я никак не могу найти, потому что не могу разобрать, сколько. Ему было в это время, 905 года, 7 лет было. И вот они в первый класс все попали. Значит, здание строилось специально так, чтобы могли жить и учителя. Для этого были специально сделаны вышки. Ну, тут, как видите, три здания, но здесь нет крыльца. Крыльцо с той стороны, в сторону речки краям. А здесь была верандочка небольшая. Мостик просто перед этими вот окнами был. Вот вышка, и здесь вот впереди был мостик такой. И на этом мостике они сфотографировались с этой стороной. Всего на снимке удалось запечатлеть 17 девочек и 24 мальчика. Также можно увидеть учителя Александра Михайловича Семушкина и священника Никольской церкви Александра Аполлоновича Хахелева. Этот кадр, как и исторические факты из уст Зои Аркадьевны, для музея и его сотрудников бесценный дар. Мы очень благодарны Шальковой Зое Аркадьевне, краеведу. Также Зоя Аркадьевна, в свою очередь, является ветераном Великовисочной школы и работала там в течение 49 лет учителем естественных дисциплин. Это уникальный для нашего музея предмет, и он займет свое почетное место в фондах нашего музея. Эта фотография является единственным подобным экспонатом в музее-заповеднике Пустозерский. Оттого его ценность еще более высоко оценена сотрудниками музея. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».